Да, как звонок поступает. Ребят, давайте договоримся. В Инстаграм мне не звоните. Я вообще, в принципе, никогда не беру трубку, потому что у меня либо консультации идут, либо какие-то эфиры, и оно все срывается. Поэтому пишите, если что-то срочно, и я понимаю, что я смогу помочь, я обязательно вам перезвоню, либо скажу, куда мне позвонить, и мы с вами обязательно свяжемся. Вот. А просто так, чтобы спросить, не надо. И свое время не тратьте, и мое время не тратьте, и ребят тех, которые. Вот поэтому не надо. Тем более в Инстаграме вообще даже не пытайтесь, никогда в Инстаграме не берут трубки. А, нет звука или как? Сейчас тоже говорят, что нет звука, или есть? Ребята, отпишитесь, пожалуйста, сейчас есть звук? Есть, все, отлично, звук есть. Но вот сейчас здорово. Сейчас я тогда у нас с вами такой вот будет коротенький эфир. Завтра в час мы с вами выходим сюда. Так, 13:00 клуб. Да, завтра в 13:00 клуб. Обязательно я вам расскажу про туалет, когда сложно сходить в туалет на сухих днях, что мы будем тоже делать. Это тоже я вам расскажу. Вот, сейчас просто я как завершить эфир, чтобы не был он совсем оборванным. Вот, обязательно расскажу про туалет и пишу про камни. Камни, почки и печень. Угу. Вот. А вечером мы с вами поговорим, ребят, на психологическую тему. То есть мы с вами днем обсудим про туалет, что сложно ходить в туалет на сухих днях и что сделать, чтобы это облегчить. Поговорим про камни в почках и в печени, как это сделать, ну, более комфортабельно, да, чтобы можно было заходить. И про травки вы тогда плюсики поставите, либо в Телеграме отписывайтесь, если у кого-то возникнут трудности с какой-то травкой, чтобы я смотрела, если у кого-то много-много-много трудностей с какой-то травкой возникнет, чтобы я смогла подкорректировать, какую будем траву пить. Вот. И вечером я бы хотела с вами поговорить на какую-нибудь психологическую тему. Запись. Да, будет дневного эфира, да. А можно рассказать о почках, когда они слабы? Да, почки. Слабые почки. Поговорим. Угу. Функции почки снижены. Да, поговорим. Да, записи всех эфиров будет, поэтому, ребят, если кто-то не сможет присутствовать, вы можете в любой момент присоединиться, посмотреть. И все. Вот, и еще раз, ребят, напомню, что у меня за этим Инстаграмом следит сын. Он вас никого не знает. Я вас удалять не могу. Я в себе пока это проработать не могу. И так как вы для меня становитесь очень близкими, и мне очень сложно вас удалять за неоплату, тем более я понимаю, что она какая-то маленькая, мне все время кажется, ерунда какая-то. Поэтому я функцию эту передала сыну. У него есть доступ только к директу этого клуба. И если вы скидываете оплату куда-нибудь, либо в Телеграм, либо в другой аккаунт, либо на сайт школы автономии, он их не видит. И у него не всегда есть доступ, чтобы там спросить, оплачивал ли этот, оплачивал ли тот. Вы любимая, спасибо. Спасибо вам огромное. Поэтому он просто смотрит, что нет оплаты. То есть я еще дублирую на всякий случай, у меня есть тетрадка, что если мало ли по каким-то причинам кто-то все-таки не смог в директ скинуть,
и написал мне, что ну вот не могу и все, то я все равно фиксирую здесь, и у него она в доступе. Но бывает так, что я вижу, что мне что-то пришло, я его чипну, сообщение, где-нибудь на улице, у меня нет возможности записать, и я забываю про него, потому что сообщений приходит много, я забываю про это сообщение записать, что пришла оплата, а в директ клуба его и этой оплаты нет. И он удаляет человека, я даже не вспоминаю, что вообще я не записала его в тетрадку. И получается вот такая вот, уже два раза были вот такие вот ситуации, что мне человек в Телеграм скидывает, а в Телеграме столько сообщений, что если вы скинете, то через час я его уже и не увижу, если я его открыла. Я уже даже забуду, потому что оно туда вот вниз ушло, 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 и все, и с концами. Вот, поэтому, пожалуйста, по оплате. Он не напоминает, потому что нам было предупреждение с Инстаграма, что одинаковые сообщения, а не спам ли это, давайте мы проверим вашу личность, действительно вы живой аккаунт, и все вот это вот понеслось, у нас уже два аккаунта у нас уже блокировали, потом в течение какого-то времени раскрывали, открывали вновь, потому что мы доказали, что мы живые люди. Это все очень долго, поэтому, чтобы вот не было таких просадок у нас с вами, давайте вы будете самостоятельно следить, но что он не может вам писать, потому что так работает Инстаграм. Он, когда начинает писать, что у вас подходит время к концу, чтобы напомнить людям, мы бы с удовольствием, но вот не получается так сделать, поэтому самостоятельно вам нужно за этим следить. Вот, и скидывают директ клуба. Все, тогда, ребят, смотрим в первой части 17 минуты, какие травки купить. Общую характеристику по травкам я дала вам. Переходим на сырое. Завтра мы с вами в час встречаемся, поговорим о почках, о камнях в почках, камнях в печени. И вечером я как раз постараюсь связаться с Тёмой, чтобы он дал нам какую-то свою гимнастику какую-нибудь. Если он не на гастролях где-нибудь. Вот. Завтра. Послезавтра. Послезавтра мы, наверное, попросим Мишу, чтобы он нам рассказал о своих сухих днях, которые он не любит. Что полюбит. Вот. И я от вас жду тему. Какая бы вы тему хотели раскрыть? Любая. Психологическое. Это может быть между женщиной и мужчиной, между детьми, между, может быть, второй раз или вышла замуж, или женился, отношения с ребенком испортились, либо еще что-то. Абсолютно любая тема, которая вам хочется, мы ее раскроем. Раскроем с моей точки зрения, как я ее вижу, потому что я немножечко не так вижу, как большинство психологов. Может быть, вам мое видение зайдет. Поэтому вот что хочется, то это. После 5 вечера мы не кушаем. Да, ребят, после 5 вечера вообще старайтесь не кушать, потому что у нас вот этот вот огонь пищеварения, он уже в 4 часа затухает. Пьющие родители. Вечер, пьющие родители. Угу. Все, Ксюш, давай сделаем пьющие родители. Если у кого-то что-то будет, ну, давайте ее раскроем. И если что, тогда прям в эфире будете задавать вопросы. Либо если еще какие-то будут, прям под эфиром можете писать. Все комментарии я все вижу. Я только к оплате не лезу. Все остальное я все вижу. Вот, поэтому пишите, и будем с вами тогда вот это вот все делать. Так. Да, в 20:30 мы завтра также, чтобы я успела. И пьющий муж. Все, отлично. И пьющий муж. Все, это мы с вами сделаем. Хотелось бы про отношения с детьми. Старшая очень эмоционально, экстраверт. А когда огонь пищеварения начинается? Огонь пищеварения начинается в 12 часов дня.
С 12 до 3 самое вот такое прям вау. Благодарю, пьющие дети. Так, давайте тогда вот пьющие я. Пьющая вся моя семья, да? Все. Про отношения с детьми. Отношения с детьми. Давайте я тогда поставлю это, если что. Так, вторник. Отношения с детьми. Экстраверт. Все, ребят, давайте тогда обнимаю. И сегодня в 21 час будет на моей основной страничке эфир. Кому интересно, мы там поговорим про февральский марафон, про детокс. Может быть, у кого-то будет возможность и желание еще поехать туда присоединиться. Потому что личная встреча — это, конечно, вообще все по-другому. Все, до завтра. Благодарю вас всех.